видископ. Министерство не должно заниматься такой мелочью, как высчитыванием количества людей, которые участвуют в соревнованиях, календарным планом, утверждение единый календарный план там, по каждому виду спорта, сведенные потом вместе. Это мелочи, это не задача министерства. Министерство формирует законодательное поле, в котором вообще развивается спорт во всей стране. Вот. Оно, и потом оно контролирует, как это улучшить, как это, там, скажем, как его... То есть в роли, в ситуации с федерацией министерство выступает в роли заказчика, да? Вот оно заказывает выполнение федерации определенных задач по развитию конкретного вида спорта, а возможно сопутствующее выполнение дополнительных каких-то там, вовлечению таких-то категорий населения, там, да, там, по возрастному, по половому признаку, по, там, не знаю, людей с ограниченными способностями. Вот эта задача, которая стоит федерация перед, министерство перед федерацией. На основании чего заключаются определенные договорные отношения? Если они выполняются федерацией, вот это проверяется потом министерством. Выполнилось, получили финансирование следующее, не выполнилось, соответственно, либо урезано, либо меньше. Либо вообще от этого финансирования убрано. Витископ. Спортивное видео.